Как рассказала сама пострадавшая, отправившись на прогулку в лес с мужем, она хотела спуститься к воде, оступилась на камнях и повредила ногу. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ей первую помощь, а затем транспортировали на носилках к автомобилю МЧС. Там пострадавшую 48-летнюю местную жительницу уже ожидали врачи скорой помощи. По предварительному диагнозу у женщины перелом ноги.